все спали, только дворники неистово мели, как будто рвали корни и скребли из-под земли, как будто выдирали из перезябшей почвы его приказов окрик, его декретов почерк, следы трехдневной смерти и старые следы тридцатилетней власти, величия и беды. Я шел все дальше, дальше, и предо мной предстали его дворцы, заводы, все, что воздвигнул Сталин, высотных зданий, башни, квадраты площадей. Социализм был быстрый. Поселим в нем людей. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Александр Леонидович. Ну, я даже не знаю, поздравлять или нет. Поздравлять, поздравлять. С новым назначением всегда поздравляют. Это ваше желание? Конечно. И в какую же страну? Далеко? Ну, сообщат решение. Значит, поздравляю. Я тебя поздравляю. А что же я должен делать? Дела принимать. Честно говоря, не входило в мои планы. Что ж так и назначили, не спросив? Ну, спросили. Я сказал свое мнение. Какое? Что не вижу смысла в настоящее время. Не посчитались. Ну, вот как видите. Ну, а почему же мне ни слова? Ну, у нас заведено так с вами раньше времени не говорить. Вы всегда учили. И чему я еще учил? Многому, Александр Леонидович. Я даже
Иногда записывал. Держать свои эмоции при себе, не повышать голоса, не выделяться, не обещать. Много всяких «не». Ни от чего не отказываться и ни на что не напрашиваться. Молодец. Стараемся. Иностранных дел, а также дуаену дипломатического корпуса. А это что такое? Портрет. Покажите его нам. Пожалуйста. Прошу вас. Минуточку. А где он у вас висел? В кабинете. Туда и повесьте его. Помогите, товарищ. Конечно, Александр Ильич. Ваша спальня.
Визитки, визитные карточки ваши и супруги. А здесь гардеробная. Простите, сейчас, простите. Газеты, секундочку, я раз... Так, чуть правее, выше. Прыгай, правее. О. Висит. А здесь выход в сад. Ну, совсем же другое дело. Анисимов! Здравствуйте, товарищ Сталин. Да, товарищ Сталин. Слушаюсь, товарищ Сталин. Мы все ходили под Богом. У Бога. Под самым боком. Он жил не в небесной дали. Его иногда видали живого на мавзолее. Он был умнее и злее того, иного, другого, по имени Иегова, которого он не зринул, извел, пережег на уголь, а после из бездны вынул и дал ему стол и угол. Мы все ходили под Богом. Бог под сам Бог. Однажды я шел Арбатом, Бог ехал в пяти машинах, от страха почти горбата, в своих пальтишках мышиных рядом дрожала охрана. Было поздно, и рано серело, брежело утро. Он глянул жестоко, мудро, своим всевидящим оком, всепроницающим взглядом. Мы все ходили под Богом, с Богом почти что рядом. Thank you.
Богу. А почему? А где ключи? Что случилось? Что с тобой? Сталин вызывает. Когда? Лично позвонил, спросил, в 4 удобно ли мне. Ну, элементарной вежливостью. Кто у нас дома? Алевтина, она на кухне. Ты обедать будешь? А ты почему думаешь? А у меня вечерняя лекция. Позволь, ты обедать будешь? Нет. Почему? Ты ведь все успеваешь. Еще только половина третьего. Закрой дверь. Какую дверь? Эту дверь. Ну-ка, сядь-ка на минутку. Я тебе сейчас хочу познакомиться с одним письмом. Товарищ Сталин. Будучи убежден, как того требует партия, я обязан вникать во все мелочи порученной мне работы и несу полную ответственность за распоряжение моих заместителей, которых давно и близко знаю. На прошлой неделе все они, Тимофеевский, Крылов, Тищенко, арестованы органами НКВД. Ручаюсь партийным билетом, что в главпрокат никогда не было вредительства. И нет. Прошу дать мне возможность доказать это в любом, с вашей точки зрения, необходимом партийном или судебном разбирательстве. Анисимов. Где это письмо? Отправлено неделю назад, товарищ Сталин. Ты что, его выучил наизусть? Да. Там близко знаю и нехорошо. Слово близко. Теперь-то уже это не имеет значения. Да, но есть еще один пункт. И не в письме. Брат мой? Да. Это может вызвать что-то в смысле недоверия. Хотя, с другой стороны, брат не родной. И вы жили отдельно. Вчера Соня Тимофеевская звонила. Не смог трубку взять. Люди были в кабинете. Потом просто казнил себя целый день за трусость. Нет, Саша. Это поступок правильный. Все, что ты мне можешь сказать. Обедать будете, Александр Леонидович? Нет, он уходит. Твоя совесть чиста, ты чист перед партией, Саша. Позвони мне оттуда. Откуда? Лена! Дай мне папиросы и деньги. Ты что, стал курить? Тебе помочь, Саша? В Москву отправьте. Так, посольство ФРГ. В первый отдел. Когда нас австрийцы приглашают? 29-го в 15:00. Так, обязательно, Сережа. Нам надо обязательно там быть. Да! Войдите. Доброе утро. Доброе утро. С вами уже, кажется, виделись, Сергей Петрович. Ровно через час мы должны быть во дворце. Форма одежды парадная, верительные грамоты, папки и желательно в левой руке. Подается обеими руками, правая высвобождается для рукопожатия. Пожалуйста. Прекрасно.
Прекрасно. У меня достаточно было времени в Москве, чтобы подготовиться. Меня все же один момент смущает. Достаточно ли вот этой награды? Нет. В этой стране, а я ее знаю, очень внимательный протокол. Я же вам говорил. Так. В сейфе возьмите. Вот этот я вам подготовил. Пожалуйста. Вот. Через полчаса я вас буду ожидать в саду. Хорошо. Нет, звонить не нужно. Я вам сообщу. Thank you.
Слушаю, товарищ Сталин. Здесь. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Анисимов, идемте. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему его не было? Не знаю. Товарищ Сталин просит извинить его. Принять вас не сможет. Товарищ Сталин просит вас вечером быть дома. Он вам позвонит. У вас есть вопрос? Нет. До свидания. Вид такой, как будто повысили, а на самом деле... А можно иначе, бросили на укрепление советской дипломатии. Хватит, Сережа, нас всех скоро выкинут к чертовой матери. Извините. Ну, прям как на похоронах. Господь с вами, Александр Леонидович. Все-таки думаешь, Господь со мной? Анисимов слушает. Здравствуйте, товарищ Анисимов. Я вас не разбудил? Нет, товарищ Сталин, здравствуйте. Еще раз приношу свои извинения, что не смог принять вас в назначенное время. Надеюсь, вы не обиделись на меня? Нет, товарищ Сталин. Неточность – это прежде всего невежливость. Прощать ее не следует.
Но в данном случае, прошу поверить, у меня были уважительные причины. И, кстати, я пожалел, что вас отпустили. Обсуждался вопрос, прямо относящийся к вашей компетенции. Вы слушаете? Да, товарищ Сталин. Товарищи озабочены вопросом качества нашей отечественной стали. И, в частности, тех ее марок, которые связаны с производством тяжелых танков. Я попытался их убедить, что оснований для беспокойства нет. Прав ли я, по-вашему? Нет, товарищ Сталин. У нас есть свои нерешенные вопросы. Если мне будет позволено, я сейчас вам доложу, товарищ Сталин. Будет лучше, если вы это изложите в подробной записке на мое имя. Я так и сказал, товарищ. Товарищ Анисимов, сказал я, любит писать письма. Слушаюсь, товарищ Сталин. Вы где стажировались, товарищ Анисимов? В Англии, если мне не изменяет память? Да. Вероятно, где-нибудь в Глазго. Глазго и Бирмингеме, товарищ Сталин. Тут у нас возникло предложение. Преобразовать главное управление проката стали в самостоятельный наркомат. Как вы на это смотрите, товарищ Анисимов? Я думаю, что это было бы своевременной мерой. Да, конечно, товарищ Сталин. И еще предложение. Вот как раз у меня сейчас товарищ Ворошилов. Надеюсь, у нас поддержит. Народным комиссаром стали назначить товарища Анисимова Александра Леонтьевича. Товарищ Ворошилов за. Я думаю, и другие товарищи нас поддержат. Вы слышите меня? Да, товарищ Сталин. Вас что-то смущает? Да. Я считаю своим долгом доложить, что бывший секретарь Ростовского обкома партии Иван Азаров, арестованный как враг народа, сводный брат мой. Разве вы разделяете взгляды вашего брата? Нет, товарищ Сталин. Я вам верю, товарищ Анисимов. Числю вас среди своих друзей. Я не ошибаюсь в этом? Нет. Тогда в чем же дело? А что касается брата, я думаю, забудем о нем. Да, конечно, товарищ Сталин. Постановление совнаркома вы получите завтра. Желаю вам успеха, товарищ Анисимов. Спасибо, товарищ Сталин. Я доложил, но не это главное, товарищи. На Востоке начинаем строить новые металлургические заводы, от которых надо как можно скорее получить отдачу. Именно так и выразился. Взять отдачу. А?
Василий Данилович, немцы под Москвой. Товарищ Сталин доверяет нам строительство новейших предприятий. Товарищ Анисимов. Да. Вам пакет. Лично. Звонил Головня. Так, он уже на месте? Да, добрался до Челябинска. Так, как он там? Нормально. Он уже приступил? Точной информации не имею. Головня сказал, что позвонит вам лично. Я тебя просил, делай мое плохое, не свое хорошее. Все собрались? Да. Военные? Здесь. Василий Данилович. Академик Челыш звонил. Уже едет. Всегда успеет опоздать. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Простите, что я заставил вас ждать. Здравствуйте, Василий Данилович. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Только что со мной товарищ Сталин говорил. Конец 40-х годов, 48-й, 49-й, был весь какой-то смутный, смятый. Его я вспомнить не готов. Не отличался год от года, как гун от гуна, год от гота, во вшивой сумрачной орде. Не вспомню, что, когда и где. В том веке я не помню вех, но вся эпоха в слове плохо. Чертополох переполоха проткнул забвенье белый снег. Года и месяцы, и дни в плохой период слиплись, сбились, стеснились, скучились, слепились в комок. И в том комке они. Александр Леонтьевич? Да. Может, поужинаете? Нет, спасибо. Что это у вас? Масло. Пойдемте-ка со мной. Закройте дверь. Даже нарком не имеет права ничего выносить из-за этой двери. Оставьте ваше удостоверение и пропуск. Назад. Что вас заставило это сделать? Ваша жена позвонила мне. Попросила взять для сына.
Он болен. Заберите это, отнесите в буфет. Не делайте больше этого никогда. Заберите ваше удостоверение. Единогласно. Следует решить вопрос о регламенте съезда. Проект регламента имеется у делегатов на руках. Какие будут предложения по поводу регламента съезда? Никаких замечаний никто не имеет, товарищи, к регламенту, который составлен и роздан. Нет, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы утвердить регламент съезда, прошу поднять карточки. Кто против, кто воздерживается, принято единогласно. Таким образом, мы закончили работу с формированием руководящих органов съезда, порядка дня и регламента. Переходим к первому вопросу порядка съезда. Слово для отчетного доклада Центрального комитета предоставляется товарищ Хрущев Никита Сергеевич. Доброе утро, папа. Но по объему работы, проделанной партией, по значению событий, которые произошли за это время в нашей стране и за ее рубежами, это один из важных периодов в истории Коммунистической партии Советского Союза, в истории ее борьбы за укрепление могущества нашей Родины, за построение коммунистического общества, за мир во всем мире. В области внутриполитической это были годы, когда партия, исходя из общенародных интересов, критически оценив положение в сельском хозяйстве, в промышленности, предприняла ряд серьезных мер для того, чтобы, опираясь на достигнутые успехи, сделать новый крупный шаг вперед в социалистическом развитии страны. При этом партия смело вскрывала недостатки в различных областях хозяйственной, государственной и партийной деятельности, ломала устаревшие представления, решительно отметая... Нет более горькой муки, чем сидеть в тюрьме, пристрой, за который боролся всегда. Как теперь всем ясно, меры, принятые партией, были правильными и своевременными. Они обеспечили неуклонный рост социалистической экономики... Последнее письмо эхи Сталину. И культурного уровня... Я сейчас оттуда. Хрущев доклад делал. ...за отчетный период и в области внешнеполитической, чреватая большими опасностями напряженность международных отношений... Покончил жизнь самоубийством. Миролюбивые внешние политики стран социалистического... Александр Леонидович, завтракать! ...известной разрядкой. Именно потому, что Советский Союз вместе со своими друзьями, Китайской Народной Республикой и другими странами народной демократии своевременно выступил с рядом последовательных внешнеполитических мероприятий, поддержанных всеми миролюбивыми силами на международной арене, открылись реальные перспективы. Уже не холодно, не жарко, а так себе и ничего.
уже не жалко ничего. И даже времени не жалко. Считает молодость года. И щедро тратит годы старость. А времени жалеть, когда его почти что не осталось. А для чего его жалеть? И злобы дня, и дни без злобы. Моей зимы, мои сугробы повсюду начали белеть. Не ремонтирую часов, календарей не покупаю. Достаточно тех голосов, что подает мне ночь слепая. Старый товарищ вам звонил? Так и назвался. Старый товарищ. Я записал фамилию. Тимофеевский. Где он? Я попросил позвонить попозже. Он сказал, постарается. А что значит постарается? Где он сейчас? Он вам оставил телефон? Нет, ничего не оставлял. Я в таких случаях просил записывать телефоны. Было плохо слышно. Найдите его. Поднимите документы. По старому адресу. Тимофеевский, Леонид Васильевич. Главное управление прокат стали, бывший почему здесь, а? По старой памяти. А что тут теперь? Контора какая-то. 20 лет тут не был. Поедем ко мне. Мы сейчас до 6 работаем. Во времена наступили. Нет. Давай здесь поговорим, если вы не возражаете. Ну что, будем на «вы»? Как скажешь. Давно? 2-ю неделю. Как дома? Ну, дочь взрослая. Замужем давно. За военным уехала. Квартира занята. Обещаешь что-то в этом году? С работы пока не ясно. Я вообще-то, Александр Иванович, хотел бы, ну, в какое-нибудь тихое место, где поменьше людей. Ну, давай к нам. Профессия при тебе. Я обо мне ничего не слыхал все эти годы. Поверил, что я диверсант? Нет, я никогда так не думал ни о тебе, ни о Тищенко, ни о Крылове. Тищенко погиб на лесоповале, случайно узнал. С Крыловым нам давали очную ставку. Потом он сгинул куда-то. Ничего не знаю о нем. Тебе сколько дали? 10, потом еще 10. Подрыв экономической мощи, шпионаж.
что куришь. Ага. Давай попробуем. А тебя тогда не вызывали? Вызывали. Я письмо Сталину писал. А тебе, Крылове, Тищенко. Я, Александр Леонидович, когда в 41-м году твою фамилию в газете увидел, вас тогда награждали, тебя и Чаушева. Ты не представляешь, что это для меня было. Что ты на свободе. Я же на тебя показания дал. Агент английской разведки, завербован в городе Глазго во время стажировки. А мы твои подручные. Факты вредительства металлургии. В 36-м году, если ты помнишь, аварию в Мариуполе. Все подробно, в деталях. Допрос 4 месяца каждый день. Ну и настает момент, когда это уже не ты. Они это знают. В такой момент подписываешь. Это мой грех. Прости. Прошу прощения, господин Макеев, а откуда вы родом? С Урала. А я из Лисаветграда. Не слышали? Мы переименовали его в Кировоград. А, так вы... Да-да, я русский. Мой отец имел там небольшую фабрику. Моя фамилия Каштанов. Вовсе не Орлик. Вот откуда мой такой безупречный, как выразился господин посол, русский. Mm-hmm. Да, кстати... Простите. Признаться, я с удовольствием бы вернулся в Россию. Да, боюсь, упрячьте меня в Сибирь, там так климат. Нехти. Холодно. Ну, если вы нас очень попросите. Да, боюсь, просить не придется. Вы отдохнули? Да. Скажите, вот то, что мы с вами обнаружили, это у вас давно? Нет, это недавно. Раньше не замечали? Нет, не замечал. Знаете, вы перенесли воспаление легких, я уже рассказывал. Господин Макеев, налицо остаточные явления. Ну, все-таки надо бы обследоваться поподробнее. Не откладывайте. Вот я записал пару фамилий. Это профессор Бостром и доктор Фогель. Найдете в любом справочнике. Ну, недешево. Но в средствах не стеснены. Знаете, как у нас здесь говорят? Визит к врачу все же дешевле, чем
Второй. Да, вот у нас-то там говорят еще, береженного Бог бережет. Да, у нас так еще говорят. Вот еще, пожалуйста. Угу. Честь имею. Нет, вам сюда. О, простите. До свидания. До свидания. Просто энциклопедия. Какую он там вторую фамилию называл? Фогель? Нет, это врач. Профессор Бострин? Прекрасный стан. Красные ворота, Смоленская, университет, площадь Восстания. Но больше всего меня вот это вот здание потрясает. Ну, наш советский стиль. Так, ну, может быть, поедем ко мне? А, побудешь у нас? Отдохнешь? Нет, нет, я уже говорил. А? Спасибо. Лену увидишь? М? Ну что ж, звони, не пропадай. Спасибо. Наверное, тебе все-таки понадобится, возьми. Когда сможешь, отдашь. Бери, бери. Хватит. Я подвезу тебя, садись. Нет, 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 ну будь здоров. Я не могу. Звони. Садись. Поехали, поехали. Мне море песня счастье поет, ласкает верно ветерок. Но мой любимый сегодня не придет. Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, волнованные речи, любимый мой родной, и нежное прощание. Руки пожатия, ты сказал мне до свидания, прощай со мной. Забытый наш день.
Ты немного куришь? Да нет, ничего. Давно умолкли речи. Потуши. Виднеть тебя со мной. Не жди любви обратно. Забудь меня. Нет в прошлом возврата. Я прошу прощения, я должна вас оставить. У меня вечерняя лекция. Всего доброго. До свидания, Лена. А Лена мало изменилась. И вечер наш уважаемый Никита Сергеевич силком притащил сюда меня. На собрание. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выбором, уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей. Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще прибавить к этим речам? Конечно, можно было бы сказать эдакую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране. Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься Александр Иванович. Делами забавы? Теперь, когда у всех у нас, у большевиков, как говорится, вот работ полон рот. Я думаю, что не стоит. Ясно, что при таких условиях хорошие речи не скажут. И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать хотя бы кое-что. Ну, мне пора. Прежде всего я хотел бы выразить, принести благодарность. Благодарность избирателям за доверие, которое они оказали. Можно ли сказать, что все кандидаты в депутаты являются именно такого рода деятелями?
Я бы этого не сказал. Всякие бывают люди на свете. Всякие бывают деятели на свете. Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой, то ли хорош, то ли плох. То ли мужественен, то ли трусоват. То ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди, и есть такие деятели. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищ, семья не без урода. О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного и неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Великий русский писатель Гоголь. Александр Леонидович, я наконец понял ваш принципиальный недостаток как руководителя. Какой же? Вы не реагируете на красивых женщин. А между тем, жизнь, она ведь одна. А вы потратили ее единственную и неповторимую ради каких-то неведомых грядущих поколений.
Вот ведь она какое дело. Ну, а женщина тут при чем? Ну, как это при чем? Вот вы пьете чай. Да. А чувствуете ли вы его вкус? Нет, не чувствуете. Старый спорщик. А страна-то у них развитая. Да. Кто у них у власти? Социал-демократ. Может быть, это и есть тот самый социализм. И одет у них народ прилично. Нищих не видел, ресторанчики. Ну, вам бы только ресторанчики. А что? Я бы вам посоветовал, а то сидите как сыч в своей резиденции. Сходили бы по парку прогулялись. Парк у них знаменит на всю Европу. Скульптуру бы посмотрели. Сколько на них литья пошло. Нет, здесь лучше. Александр Леонидович, уж не больны ли вы? Нет, я здоров. А-а-а. Да, к вашему сведению, я был влюблен в женщин 4 раза. Да-да, милостивый государь, 4 раза. И женился я по любви. Это ведь тоже не каждый скажет о себе такое. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Вот, да. Человек, скажу я вам, должен жить в свое удовольствие. И это, милостивый государь, не отступление от нормы, как вы полагаете, а закон. Послушайте, друг мой, что с вами? Я вас не узнаю. Жизнь была не одна, несколько. Вот сейчас 4-й заканчивается. А писатель-то наш, пулю в сердце. Да. Собирался писать роман. Он не смог бы написать. Кстати, наш горе-изобретатель-то Лесных лежит в больнице, бедняга, с инфарктом. Печь его на переплавку. Распилили на куски, все до одной. А все-таки мы народ крайностей. Не знаем меры. Или-или. А это надо бы поменять. Не надо. Пусть висит. Ну, как знаете. С моей точки зрения, надо было оставить ему хоть одну печь. О, к черту. Вспоминать не хочется. Да. Не христианская вы душа, Александр Леонидович. Ничего-то вы не прощаете. Не знаю. Может, это кресло? Такое... Непрощающие. Застегнули свои ваши коллеги на все пуговицы. Раз и навсегда. Надели какие-то фуражки, потом шляпы. А что дальше? Не боитесь? Кого? Его? Ну, теперь уж чего бояться? Хотя, впрочем... Кто его знает? Уже ничего не боимся. Да. Да, не знаю, не знаю. Может быть, может быть.
Василий Данилович, вы меня помните? А, да, конечно. Товарищ Пыжов? Здравствуйте. Помню. Здравствуйте. Что вас сюда привело? Да вот пишу. Роман о металлургах из самой, что ни на есть, современной жизни. Роман под названием «Сталелитейное дело». Не удивляйтесь, название – это такая вещь, к которой читатель привыкает. А я ведь сам, знаете ли, в некотором роде металлург. Я ведь учился в институте стали. Вот хочу попробовать на собственном горбу, что такое производственный роман. Пальцем возьми! Ой, ой, кажется, сюжет сам плывет на уровне. Начинаем. Бери трубу. А, Василий Данилович, здрасте. Вы меня не помните? Я инженер лесных. Изобретатель. Вы меня тогда не поддержали, между прочим, своим авторитетом. А зачем вам мой авторитет? Я вижу, у вас и так все в порядке. Да-да. Неплохо, между прочим, скоро будем давать сталь. Года через два. Да. Так вот, у нас дело идет. Парнокопытные кролики. Ну, господи ты, боже мой, ну что же, у вас рук нету, ну откуда же... Хочешь, я тебе расскажу про твои ноги? Вы обратили внимание на его глаза? Все-таки же это надо быть... А, фанатик. Люблю фанатик. Ну, поставь! Да, ну и что же? Поставь ты ее! И вот что оказывается. Наши ученые-мужи не сумели оценить его открытие. Они пребывают в 19 веке. Ой, а он в 21-м. Даже Александр Леонтьевич... С его хваткой, чутьем, член ЦК, министр. И тот не разобрался, до Сталина дошло. Вот как. Интересно. Каков же вывод? Оказывается, в наше время совершенно недостаточно быть специалистом для того, чтобы двигать науку. Дисциплины мысли. Нужно быть революционером. Ты посмотри. Ну, да, откос можешь поставить, валенок? Давай туда. Вот так вот, извините. Извините, потому что. Ничего, ничего. Ну и что же от меня требуется? Я ведь тоже из этих ученых-мужей. И в 21 век не спешу. Но тем интереснее позиция такого человека, как вы, который создавал металлургию собственными руками. Да, руками. А вы не опасаетесь, что вот закончите вы ваш роман, потратите силы, и вся эта заваруха ни к чему не приведет? Thank you.
Даже думать об этом не хочется. Что стрясется? Чем это кончится? Не рассчитывать, не прикидывать, не предсказывать не хочу. Птицы крылья раскидывая, я в свободном полете лечу. Словно камень в свободном падении, век и год, и месяц, и день, и день еще, еще один час. Словно малая серая птица, буду падать, буду катиться, мимо мчась. Закройте замок. Здравствуйте. Товарищ министр. Что, это вы ранен? Серьезно. Там больной доктор. Товарищ министр, я сразу должен сказать. Вы меня простите. Пока. Без, товарищ министр, без московского представителя мы мертвы, мы работать не можем. Все уходит в список. А что вас не устраивает? Все не устраивает. Я ваш московский представитель. Министр, как я понимаю, дайте. Вот, посмотрите, это самое яркое. Давайте. Без этого просто жить нельзя. Подержите. Просто несерьезно получается, ничего нет. Самолет нужен, пожалуйста, будет. Гвозди нужны, гвозди будут. Ну, подойди. Разберите. Это вы мне? Нет, ни в коем случае. Ага. Ножками, ножками. Вот так. Вот, посмотрите, это уж, так сказать, если такое дело пошло. Давайте. Это совершенно необходимые вещи, самое главное. Да. Александр Ильич, разберитесь. Я вам должен сказать, да. Надо не разбираться, товарищ министр, надо получить. Разбираться, все разбираться, ничего не получать. Это вот так выглядит? Да, товарищ министр. Это достаточно серьезная вещь. Если это должно действительно стоять через полтора года, то вы понимаете, что нужно движение страны, а не это шарашка. А ведь вот мы не можем получить. Вот так все должно выглядеть. Я вам должен сказать, простите меня, ради бога, но, в общем, надо прорываться мне через секретари, это совсем не получается. Дальше мой человек. Это трудно. И хорошо, я такого дела, неловко говорить, но, в общем, нужно домашний телефон, товарищ министр, потому что... Иногда... Домашний телефон. Хорошо, Александр. Вы что, прослужили? Нет, это так, во-первых, я вам должен еще сказать. Вы придержите. Уважение к инженерной мысли, товарищ министр, благодарю вас. Оно в результате вам воздастся. Товарищ министр. Да. И еще последняя такая просьба. Дачный телефон тоже. Мой нахал жены. Дайте ему мой дачный телефон. Спасибо. Завтра позвоните мне по прямому. Спасибо. Благодарюсь. Интересный получается роман. Не правда? Я строю на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, а для меня оспался и потек. Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцем дать корявым, я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву. Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске, я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке. Вот, шифровку только что получили. Ликвидировано, министерство. Ну и что? Ну, ликвидировано. Ну, вот эти, как теперь они называются, совнархозы. Вы разрешите? Вы что, не понимаете? Все будет разрушено, что годами создавалось.
нас порядок был. У нас идеалы были. Кадры прекрасные были. Все разрушат. Все развалят. Все размажут. Чертовой матери. По-моему, вы драматизируете. Но были у нас реорганизации. И будет еще одна. У нас кулак единый был. Значит, кончилось время единого кулака. Пришло теперь другое время. Да и кулак-то ваш, я вам скажу, если разобраться, не так уж был хорош. Да. Я вам дело говорю. Александр Леонидович, выбирайте вы из той эпохи, а? Кончилось. Не жалейте. А вы что, не воспевали? Воспевал. А я что? Я ж... А потом я приличный человек. Я ведь никогда не писал великой, гениальной, лучший друг металлургов. А что ж там за меня напишут? Это знаете. Вон вы как. Да. Я ему жизнь не обязан. Спас меня тогда в 37-м. Ой, Александр Леонидович, спас. Он не спас вас, он вас купил. Ей-богу, дело говорю. Выбирайтесь вы из того времени. Смотрите вперед. Мне уже поздно смотреть вперед. А что стало с вашим братом? Погиб. Да. Вы знаете, как меня снимали? Рассказать? Да нет, не нужно. Зачем? Я знаю. Не вы первый, не вы последний. Самое страшное мне было услышать. Партия считает, что вы должны быть на дипломатической работе, товарищ Анисимов. А есть еще выражение, мне очень нравится. Есть мнение. И все-таки я вам так скажу. Вот будет реорганизация, да? Там главсов нархоз или центр индустрии. А там как раз и спросят, а где здесь товарищ Анисимов? А ну-ка подать сюда товарища Анисимова, помяните мое слово. Поздно мне уже, Василий Данилович. К тому же нас еще не возвращают никогда. Вот вы по-прежнему главный доменщик всей страны. Так ведь вас называл товарищ Сталин. Так. А вы его как? Так же, как и вы. Отец всех народов. Thank you.
Так, поднимаем, поднимаем. Осторожно, осторожно. Одновременно не перекашивайте. Чем лживее искусство, тем вернее оно передает свою эпоху. Вам нравится? Да. Николай Николаевич, а вы уже бывали за границей? Да, в 19 веке меня мальчиком возили на курорт Мирано. Это на границе Швейцарии и Италии. Да. Потом был большой перерыв. А там тоже празднуют? Пасха, Рождество. Скажите, а почему Александр Леонидович не обследовался перед отъездом? Я ничего не нашел в записи в его истории болезни. Вы знаете, в данном случае это не имело смысла. Почему? Ну, знаете, если бы даже врачи запретили ему ехать, это могло быть неправильно понято, как нежелание. А он человек дисциплины. А вы бы не могли с ним поехать? Нет, я... Боже мой, где наши билеты? По-моему, у меня. Боже, я испугалась. Случилось что-нибудь? Нет, нет, ничего. Машина готова. Вот шифровка. За третий квартал. На прокате. Сереж, я тут могу уехать надолго. Ты как? В Москву двинешь или здесь останешься? От вас зависит. Как у тебя с семьей? Вызвал сюда. Должны приехать жена с сыном. Ну что ж, хорошо, пусть здесь поживут. Как вы решите? Не, наступило время, когда ты сам должен решать. Я сейчас ухожу на запасный путь. Но помочь могу. Еще. Вот как ты скажешь, я так и сделаю. Вот тут одна металлургия. Вот это сохрани. Вот. Так, это что такое? Александр Леонидович. Да. Время ехать в аэропорт. Приезжай один, я их здесь дождусь. Печень у вас отличная. Наверное, не пьете? Только чай. Оно и видно. Ну, одевайтесь. Николай Николаевич, я в кабинете.
Боже мой, да их пара. А крышки? Крышки есть? Какие крышки? Для вазы. Они должны быть с собачками наверху. Да вы не бойтесь, Александр Леонидович, я не сумасшедший, я коллекционер, впрочем, это одно и то же. Я слышал, что врачи увлекаются этим делом. Да, вы совершенно правы. И соревнуются именно в этом друг с другом. Злые языки даже острят по этому поводу. Это, мол, их основное дело, но это не так, дорогой мой. Это не так. Прошу вас. Николай Николаевич, давайте прямо говорить. Меня осматривал местный врач, кстати, наш земляк, и отослал меня к своим коллегам, Фогель и Боссер. Из справочника мне легко удалось установить, что они оба онкологи. Но это еще ни о чем не говорит. А узелки, которые вы обнаружили на шее, и о которых я достаточно прочитал в медицинском справочнике, и ясен диагноз. И одно только интересует. Сколько мне осталось времени, чтобы я смог привести свои дела в порядок? Я надеюсь, вы мне не откажете в этом. Мне тоже нужна только правда, Александр Леонидович. Я должен вас обследовать в Москве в условиях Кремлевской больницы. Пока я нахожу у вас банальную пневмонию. К сожалению, почти хроническую. Ничего другого на пальцах я вам сказать не могу. Значит, надо ехать. Да, надо собираться. Кстати, я имею полномочия от вашего и моего руководства. Ну и когда мы отправляемся? Я вас не тороплю. Заканчивайте свои срочные дела, а я пока погуляю по парку. Посмотрю скульптуры Вигеленда, картины Мунка, похожу по музейчикам. Одному ресторанчики, другому к музейчику. Ресторанчики, дорогой мой, Александр Леонидович, это, конечно, не дурственно. Кстати, букет подобран со вкусом, чувствуется. Вам надо отдохнуть, а я пока пройдусь. До вечера. Елена Антоновна. Присядем. Да, ну что вам сказать, Елена Антоновна? Вот вам анамнез-свиток, как мы выражаемся. Ну, история болезни. До 37-го года практически здоров. В 37-м году острый гастрит. Тогда же начал курить. В 52-м году дрожание рук. Начало настоящего заболевания отношу к 56-му году. Сколько ему осталось? К
На это трудно ответить. Как организм. Месяц, полгода. Надо ехать в Москву. Операция? Боюсь, что нет. Операция, по-видимому, невозможна. Будем лечить другими средствами. Мы разговаривали с вашим мужем. Он умный человек, достаточно трезвый. К тому же кое-что вычитал в справочниках. Знаете, он все понимает. Он все понимает. Он просил сказать ему диагноз. Как вы считаете? Нет, не надо. Извините. Я должна вас покинуть. Черт. Саша? Саша? Ой, Саша, профессор сказал, что нужно ехать. Ты знаешь, эта соломенная мебель, она может быть очень красива, но ужасно неудобно. Я из-за нее порвала чулки. Я бы ее никогда не покупала. Может быть, в самом деле нужно ехать? Куда же она? Что он тебе еще там сказал? Куда она их? Сколько это протянется? Куда она их положила? Это не то. Ох, какая летина. Как там Андрюшка-то? Ой, ты знаешь, плохо, он не поступил. Дело в том, что Устюгова сын тоже сдал на тройку по языку. Но ему разрешили переэкзаменовку. И потом он получил пятерку. Видимо, там кто-то вмешался. Ты знаешь, Андрюшу это так возмутило, я его очень хорошо понимаю. Зачем ты зажег так много спичек? Мне одной достаточно. Поезжай. Город посмотришь. А? Николай Николаевич с собой возьми. Да, наверное. Знаешь, эти профессора, как цыгане, они предсказывают судьбу, но никогда не знаешь, когда это произойдет. Прости, я переоденусь. Тебе все кланяются, передают приветы.
Разговор был начат и кончен Сталиным, нависавшим, как небо, со всех сторон, и как небо, мелкой звездой заставленным и пролетом ангелов и ворон, потирая задницы и затылки. Под нависшим черным Сталиным мы из него приводили цитаты и ссылки, упасаясь от ссылки его и тюрьмы. И надолго, хрущевых еще на 10, это небо будет дождить дождем, и под ним мы будем мерить и весить, и угрюмо думать, чего мы ждем.